Я вас предупреждал, что здесь будет интересно. Я вам говорил, что на этом месте появится девушка. Я забыл дополнить, появится блондинка. И не просто блондинка, а блондинка, которая очень хорошо играет в хоккей. Если кто-то не знаком, давайте познакомимся. Заодно поприветствуем нападающую хоккейную команду «Агидель». Женская хоккейная лига. Вертикаль хоккейного клуба «Салават Юлаев». Фани Гашпарич. Фани, добрый вечер. Здравствуйте. Фани, вы стараетесь не пропускать матчи «Салават Юлаева». Да? Да. Вы стараетесь что-то подсмотреть в игре больших мастеров для себя, чему-то научиться, или просто получаете удовольствие от хоккея? И то, и другое. Я, конечно, стараюсь ходить на «Салават», когда есть время и когда могу, и учиться тоже, как они, мастера, играют. Как вам сегодня наша команда? Сегодня мне игра очень нравится. В отличие от прошлых игр, да? Да. И почему наши сегодня выигрывают, скажите? Потому что я пришла. Все, больше никаких вопросов по качеству игры. Сегодня международный уикенд женского хоккея. Ну, да. Вот такой всемирный праздник. Сегодня вы лично принимали участие в показательной тренировке или в кастинге, или в отборе, я не знаю, как это называется. Во дворце спорта вы встречали молодых девчонок, маленьких совсем девочек и чуть взрослее, тех девчонок, которые пытаются связать свою жизнь с хоккеем. Это правда? Да, это правда. Вы зачем сегодня наблюдали? Они сегодня катались перед вами на коньках, пытались держать клюшку в руках. Я знаю, что было пара десятков девочек. Да, где-то 15-20 девочек пришли. Было очень интересно и очень хорошо наблюдать за ними и покататься с ними. Ну, конечно, некоторые еще даже первый, второй раз на коньках стояли, а некоторые побольше уже года два играют. И вот сейчас мы видим, как девчонки получают первые уроки катания, да? Да, это было очень интересно. Мы сначала размялись, потом провели эстафету, а потом играли между собой. Было очень интересно, и я думаю, что им тоже понравилось. Фани, вот есть такое выражение в мире бизнеса, да, продайте нам это. То есть разрекламируйте так, чтобы мы захотели в этом принять участие, если уж не купили. Скажите, почему девчонкам уфимским нужно идти в женский хоккей? Скажите. Девчонки, все приходите и попробуйте этот спорт. Хоккей – это очень интересный и очень хороший спорт, и это не только для мужиков, а для девочек тоже, потому что девчонки красивее, но лучше спортивные. Лучше хоккея ничего нет. Да. Все, Фаня, извините, у нас начинается третий период. Удачи Салавату, удачи Агидели. Спасибо. Удачи женскому хоккею.